Всем привет! Волонтеры молодой гвардии вновь приехали в православный центр имени преподобного Сергия в Топоркове. Сегодня привезли анимационную программу, посвященную экологическому празднику «Российский день леса». В программе зарядка, познавательная лекция, интерактивные игры. В игровой форме молодогвардейцы рассказали ребятам о правилах поведения в лесу, важности защиты окружающей среды и разнообразии растительного мира России. Волонтеры молодой гвардии – частые гости в Топоркове. У нас на данный момент с Топоркова составлен длинный план работы, по которому следует. Сегодня в рамках этого плана первое наше мероприятие. Следующее у нас состоится в конце сентября, но там уже будет патриотическое направление. То есть сегодня, если это для детей, для младших, то там, естественно, будет для детей, которые немножко постарше. Вот у нас план расписан уже до конца года. В православном центре имени преподобного Сергия живут и обучаются дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году на базе центра открылся временный пункт размещения детей, эвакуированных с Донбасса. Ребята гостям всегда рады. Сегодня после анимационной программы мальчишки и девчонки долго не отпускали молодогвардейцев, рассказывали последние новости и читали стихи. Дарья Леонова, Елена Бадолян, Антон Коврижных. Программа «События».